Привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том же, как сменить код-пароль с 6-значного на 4-значный или же наоборот. Пожалуй, начнем с предисловия. То есть многие люди даже не знают таких простых вещей, но не стоит их за это винить, как бы это, возможно, новые пользователи iOS-устройств, и как бы почему бы не подсказать. То есть ничего сложного здесь в этом нет, но все-таки давайте разберемся, что нужно для этого. То есть заходим в настройки, Touch ID, код, пароль. Я уже введу свой текущий пароль. Чтобы его изменить, нужно сменить код пароль. Вот здесь вводим старый код пароль, и вот видите, здесь появляются у нас параметры код пароля. Ну, у вас пока поначалу, допустим, вообще его может не быть. Заходите сюда. Вот здесь вы выбираете, либо же это будет произвольный код, то есть буквы цифры, либо же произвольный код чисто цифры, либо же код из 4 цифр. Вы уже сами тут под себя меняете, какой нужно 2 раза повторить, и все, и он будет принят. Вот, то есть вот как-то так, никаких сложных настроек в этом нет, просто легко и удобно. Я хочу вас попросить еще о том, чтобы, если у вас возникают какие-то вопросы, вы в чем-то не разбираетесь, оставляйте это, как бы, эту информацию в комментариях, я их читаю все абсолютно без исключения, и как бы будем вместе разбираться, будем подбирать рубрики, будем общаться, то есть можно какие-то лайфхаки подбирать и все остальное. То есть пишите, будем общаться, будем развивать общее, как бы, мнение и вылаживать это все на канал. Вот как-то так. Не забывайте подписываться на мои соцсети. Все ссылки будут закреплены под видео в комментариях. Самый верхний, он закрепленный будет мой. Вот прожимайте колокольчик, чтобы потом не упустить мои новые видео. Всем пока!